Приветствую всех зрителей, поставил я в порт Мусаши, скоро будем его тестировать, но, как говорится, вопросы с данным кораблем возникли сразу же после его покупки. И, конечно, самая первая проблема, которая появилась на горизонте, это во что затачивать данный корабль по модернизациям и перкам. По перкам пока капитаны есть с Ямато и ПМКшные в живучесть, а вот с модернизациями как раз-то возник вопрос, что же делать, какие поставить модернизации, что в данном корабле улучшать. Первое, конечно, что я посмотрел, это ауры ПВО. Покуда мы знаем, что на Мусаши вроде как ПВО нет, было интересно посмотреть, насколько хуже, чем у Ямато, там, к примеру, Мицури, который тоже на 9 уровне. И тут действительно по ПВО все очень печально. 141 единица у нас суммарный урон со всех аур. Для примера, у Ямато 550, Мисури 700 единиц. Поэтому действительно заточка данного корабля в ПВО, скорее всего, абсолютно бесполезна. Потому что максимум может быть, если мы будем попадать против авика 7 уровня, мы что-то будем делать. Все остальные авики будут смеяться от нашего ПВО. И если мы кого-то и собьем, то только благодаря рандому. Поэтому следующий момент, который я решил проверить, это ПМК на данном корабле. Что оно из себя представляет? Вроде как орудий у нас ПМК много. По крайней мере, есть даже 12 стволов калибром 155 мм и 12 стволов калибром 127 мм. Но, как говорится, без тестирования понять, насколько хорошо у нас ПМК, было сложно, и поэтому тут же решил проверить новую тренировочную комнату, выкатить Мусаши и Ямато в ПМК билде для того, чтобы посмотреть, насколько круче у кого ПМК и есть ли вообще смысл затачивать данный линкор в ПМК. Сразу скажу, что здесь только лишь перк капитана на ручное управление огнем ПМК. Все остальные модернизации, что у Мусаши, что у Ямато, которые я тестировал, они были не в ПМК, так что условия абсолютно одинаковые. И давайте как раз рассмотрим, какие получились у нас результаты тестирования и какие особенности есть у ПМК данного линкора. Во-первых, по орудиям калибром 155 мм у нас башни одна в носу, одна на корме, как у Ямато, и две дополнительные по бортам. Но если мы на противника давим чисто носом, то бортовые башни не стреляют. Для того, чтобы стреляли бортовые башни, необходимо немножко там на 10-20 градусов все-таки доворачивать и показывать борт, потому что я надеялся, что может быть они будут стрелять, когда вы идете на противника, но нет, они не стреляют. Так что необходим тут доворот. Ну а если мы хотим задействовать еще и кормовую башню, то необходимо очень сильно раскорячиваться, градусов на 40-45 и более, для того, чтобы у нас уже реализовывалось полностью все наше ПМК. Так что реализовать все три башни здесь надо очень хорошо подставиться, и насколько это целесообразно, тут уже вопрос другой. Также у нас 155-ки стреляют бронебойными снарядами, 127-миллиметровые орудия стреляют осколочно-фугасными. Из-за этого как раз и есть особенности по вливаемому урону между Ямато и Мусаши. Итак, давайте посмотрим, насколько быстро какие корабли разбирают данные линкоры. Ну, я протестил пока на 5 кораблях, потому что времени это занимает очень много. И, конечно, чтобы сделать полноценные тесты, надо там угробить, наверное, день, а то и больше. Итак, Хабаровск. Минута 40 Мусаши, минута 40 Ямато. Ну, я тут, наверное, склоняюсь к тому, что все-таки Хабаровск хорошо кушает бронебойные снаряды. И поэтому, благодаря этой особенности, Мусаши также эффективно смог вливать урон в Хабаровск, как и Ямато. Монтана 5.50 у Мусаши, 4 минуты у Ямато. За счет пожаров, фугасного урона, конечно, Монтана ушла практически в полтора раза быстрее от Ямато, чем от Монтаны. Гинденбург 2 минуты Мусаши, минута 50 от Ямато. Тут получше, опять же, корабли все я практически старался обстреливать в прямой борт. И вроде как отрыв не очень большой. С другой стороны, надо не забывать, что у нас большая часть урона, или по крайней мере как минимум половина, вливается с помощью ББшек. Поэтому если мы стреляем в нос или в корму, то есть под рикошетными углами, то урон как раз с наших бронебойных снарядов калибром 155 мм сразу резко падает. Если в борт стреляем, то в принципе достаточно урон вливается неплохо. Ну, по крайней мере, не сильно плохо по сравнению с Ямато. Шимакадзе, минута
30 на Мусаши и 45 секунд на Ямато. Ну, тут понятно без вариантов. У Шимки слабое бронирование, и фугасы Ямато замечательно входят. А ББшки как раз Мусаши намного хуже дамажит Шимку, чем, соответственно, Ямато. Ну, опять же, если бы Шимка шла носом, еще бы, наверное, результаты были бы похуже. Конкверер 3.45 от Мусаши и 3.30 от Ямато. Ну, наверное, сказывается то, что все-таки бронирование, надстройка всего остального у Конкверера не самое лучшее. Плюс обстрел в прямой борт, видимо, сказался положительно, и ББшки все-таки заходили. Если бы опять же конь шел носом или ромбовал, я думаю, что отрыв от Ямато бы увеличивался. Поэтому, если сказать по ПМК, то получается, что где-то в раза полтора, скорее всего, как минимум на Мусаши ПМК по вливаемому урону хуже, чем на Ямато. А если еще в зависимости от тех проекций, под которыми к вам идет противник, то, наверное, урон может падать и до двух раз. То есть, чтобы полностью реализовывать нормально наше ПМК, нам необходимо стрелять в борт прямой или там под небольшими углами нос и корма. Если противник от нас уходит или наоборот на нас давит, то, соответственно, вливаемый урон еще больше будет снижаться. Если взять процентное соотношение урона вливаемого, то получается, что на Мусаши ББшки вливают в два раза больше урона, чем осколочно-фугасные снаряды. На Ямато, соответственно, фугасы вливают чуть больше, чем ББшки. Ну и поджоги на Ямато в два раза больше дома наносят урона, чем на Мусаши. То есть в плане поджогов, конечно, и нанесения особенно урона по линкорам Ямато впереди, чем Мусаши. Если взять процентное соотношение урона, например, по линкорам, то получается Мусаши в Монтану 16 тысяч влил фугасами, 35 тысяч ББшками и 45 тысяч поджогами. Ямато 23 фугасами, 17 ББшками и 55 тысяч поджогами. По Конквереру Мусаши 17 тысяч фугасами, 30 ББшками и 37 поджогами. Ямато 16 фугасами, 9 ББшками и 57 поджогами. То есть, например, по линкорам мы видим, что вливаемый урон от бронебойных снарядов на Мусаши в 2, а то и в 3 раза больше, чем на Ямато. С другой стороны, у Ямато почти в 2 раза больше, как я и говорил, вливаемый урон от пожаров и фугасов. Так что вот такое вот ПМК на данном линкоре пока по первым тестом, и, конечно, скорее всего, на ближайшем стриме изначально, я думаю, буду тестировать Мусаши именно в живучесть плюс главный калибр, а ПМК уже оставлю на потом.